Узнаем народное мнение. Как ульяновцы относятся к спецоперации и своевременно ли она? Спросим сейчас у прохожих. Может быть, эту хунту и надо было, украинскую сверницу. С другой стороны, этим надо было заниматься вопросом раньше. Поэтому не доводить, так сказать, до таких вот уже крайних точек, когда начнут гибнуть люди и непосредственно будут матери стоять перед иконами и молиться о том, чтобы с их ребенком было все хорошо и все в порядке. Здесь, знаете, не одно мнение. Конечно, все правильно делается, но дело в том, что вот мне жалко мирных жителей. То, что вот люди страдают, которые совершенно, ну, не хотели всего этого. Это же опять политика, участвуют необычные мирные жители. Поэтому мне их жаль. Согласна с политикой Путина. Может, многие меня осудят, но я за. Потому что я считаю, что Крым наш. Он принадлежит нам. И если люди хотят получить независимость, республик, как ДНР и Луганск, я абсолютно с ними согласна. Да я представляю, как они счастливы, как они долго этого ждали. Но я рада за них. То есть вы поддерживаете политику президента, получается, да? В этом вопросе, безусловно. Я сказал бы, что война – это всегда плохо, и в любых моментах, даже это безысходный момент, это все равно будет плохим действием. Когда узнал, был определенным образом удивлен, можно даже сказать, что напуган, потому что, ну, откровенно говоря, не ожидал такого рода. Думал, что войны не будет до самого конца. Ну, вот сейчас, если началось, то даже не знаю. Ну, в целом, сейчас уже более-менее нейтрально. Ну, то есть, просто надеюсь, что все это поскорее закончится. Негативно. Почему? Ну, это война, она не может быть. Ничего там хорошего нет. Чувствуется безысходность, вот этот вот страх, тревога. Непонятно, что с этим делать, что дальше из этого выйдет. Положительно. Почему? А я сам ответил. Ну, сколько уже можно терпеть людям, вот, украинским? То есть они уже как бы наши, поэтому сколько можно? Поэтому мы за. Я отношусь, честно, хорошо. Потому что 8 лет бомбили Луганск, Донбасс. Россия все эти года помогала этим уже независимым государствам. Сейчас все начали, как сказать, делать изгоем Россию. Мы стали виноваты. Поэтому я чисто за Россию. Я являюсь гражданкой своей страны. Я считаю действия своего президента правильными. Относитесь к спецоперации, которая сейчас проводится? Своевременно ли она вообще? Да, очень. Отлично отношусь. Великолепно. Просто замечательно. Я против. Почему? Потому что мирные жители погибают. И мои родные. Знаете, двоякое мнение. Даже сложно что-либо сказать. С одной стороны, гибнут наши ребята, там непонятно за что, про что. Но с другой стороны, и мирных жителей там жалко. И поэтому сложно сказать. Очень сложно. У меня просто с той стороны есть родственники. Я сказать так, наполовину русская, наполовину украинская. Вот. Но я считаю, что то, что происходит в Украине со стороны властей, это намного хуже, чем со стороны России. Потому что там уже своих там уже убивают. Положительно, молодцы, что сделали. Мое личное мнение, ну, то, что опять же жители Донбасса, они страдают, как мы знаем, да, там 2014 года. Непосредственно мы оказали им помощь.